Часть первая. Прижимаем первую струну на пятом ладу средним пальцем. Играем первую на пятом. Затем поднимаем средний палец, играем первую открытую. Затем снова прижимаем первую на пятом. Затем поднимаем средний палец, снова играем первую открытую. Затем опять ставим на пятый лад, первая струна. После этого поднимаем средний палец, прижимаем первую струну на четвертом ладу указательным пальцем. Играем два раза, первую на четвертом. Часть первая, с самого начала. Часть вторая. Прижимаем первую струну на четвертом ладу указательным пальцем. Играем первую на четвертом. Затем поднимаем указательный палец, играем первую открытую. Затем снова ставим на четвертый лад. Затем опять поднимаем, снова ставим. После этого поднимаем указательный палец, прижимаем первую струну на пятом ладу средним пальцем. Играем ее два раза. Первая и вторая часть вместе. Идем дальше. Далее повторяем первую часть. После этого повторяем вторую часть, только последнюю ноту не играем. Все с самого начала. Часть третья. В этой части для развития техники мы задействуем все пальцы левой руки. Прижимаем первую струну на седьмом ладу безымянным пальцем. Играем первую на седьмом 5 раз. Затем поднимаем безымянный палец. Прижимаем первую струну на восьмом ладу мизинцем. Играем первую на восьмом 5 раз. Идем дальше. Играем первую на восьмом 2 раза. После этого мизинец поднимаем, прижимаем первую струну на седьмом ладу безымянным пальцем. Играем ее. После этого безымянный поднимаем, прижимаем первую на пятом ладу средним пальцем. Играем ее 1 раз. После этого поднимаем средний палец, прижимаем первую струну на четвертом ладу указательным пальцем. Играем ее. После этого поднимаем указательный палец, прижимаем первую струну на пятом ладу средним пальцем. Играем ее. Третья часть с самого начала. Далее снова третья часть повторяется. В конце мы снова играем первую на пятом. На сегодня все. До встречи в следующих видео.